День воздушно-десантных войск отметили наши земляки-десантники. 2 августа бравые парни в голубых беретах принимали поздравления от руководителей района, друзей, родных и близких. Ветераны ВДВ по традиции начали этот праздничный день со возложения венков у вечного огня на мемориальном комплексе Татарска. После чего в составе праздничной автоколонны десантники проехались по центральной улице города. Под знакомую всем расплескалась синева. Мне 64 года, я каждый год собираюсь с молодежью, воспитанием молодежи занимаемся. У нас есть погибшие, вот мы сегодня съездили, 7 могил с флагами, возложили венки им, помянули, как говорится, парней. Заехали один у нас, после инсульта лежит, но с собой не забрали, приболел, жена не пустила, говорит, приступ будет. Ну а так, я себя не представляю без ВДВ. В краеведческом музее имени Савченко состоялся торжественный митинг, на котором с поздравительными речами выступали первые лица города и района, а также ветераны пограничной службы. Сегодня десантура вновь востребована Родиной. И недаром один из первых звание Героя России получил офицер-десантник. Поэтому желаю вам хранить традиции десантных войск. До скончания века, пока существует десант, существует Россия. Слава ВДВ! После официальной части земляков-десантников поздравили артисты района и курсанты военно-патриотического клуба «Сокол». Спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались. Спасибо то, что вы не за спасибо брали.